А вот действительно много лет. Вы считаете, что не замыливается глаз? Вот не должен ли журнал, который делается, в общем, для молодых людей? Ну, у вас же основная аудитория все-таки меньше 40. Я думаю, он стареет вместе с нами. То есть аудитория, вы считаете, тоже за 40 вместе с вами перешагнула? Понимаете, мы настолько искренне его делаем много лет, что мы не можем притворяться и делать его о том, что нам неинтересно. Если мы уже становимся старше и пишем там про детей, про отцовство, какое-то брюзжание уже начинается, как продлить здоровье, понимаете, и там новинки кладбищ уже обсуждаются, криозаморозки. Но это зато происходит от души, нам это интересно, нашей редакции. То, что мы, может быть, уже не такие юные и не для юных, ну, значит, так и есть. Значит, ну, вы аудиторию-то вот 20-летнюю вы как-то подтягиваете, или вы вообще про это не думаете? Нет, я вообще не думаю об аудитории. Вот специально пытаться кому-то понравиться, мне кажется, последнее дело. Это, я ни разу не видел, чтобы это сработало. Вот я сейчас специально буду работать на какой-то, ну, видно, фальшь. Что вот он, ну, это только совсем невзыскательная аудитория, знаете. Давайте я рэп буду читать, и бейсболку задом наперед надену, и все тинейджеры, не тинейджеры всеядные, им ничего не подсунь, они все съедят. Но кому это интересно? Это скучно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».